Да? Здравствуйте, Юлия Аркадьевна. Здравствуйте, Лиза. Проходите, закройте дверь. Да. Что-то случилось, у нас не будет английского языка. А, нет, все будет, английский будет, все в порядке. Я хотела поговорить с вами по иному поводу. Вы садитесь, пожалуйста. Я слушаю вас. Закурите? Нет, спасибо. Нет, я... Лизонька, так случилось, что я в курсе вашей ситуации. Хотелось бы мне посмотреть на человека, который не в курсе. Угу. Лиза, только это уже не важно. Я, вы знаете, я понимаю, что вам больно и страшно, и... Я все понимаю, каково вам. Лиза, скажите, вы что-нибудь делали? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, ну, вы делали что-нибудь такое, или, может быть, вы собираетесь делать что-то такое? Нет. Лиза, Лизонька, девочка, не тяните с этим. Не тяните, я вас прошу, потому что, когда вы примете единственное правильное решение, может быть, уже поздно. Вы меня послушайте, как женщину, я знаю, что говорю. А какое правильное решение? Лиза, ну, мне кажется, что в 11 классе может быть одно единственное правильное решение. То есть вы меня толкаете на убийство? Да ну что вы, с ума сошли, что ли? Как вы меня все достали. Все что-то советуют, смотрят такими сочувствующими глазками, что-то говорят за спиной. Почему просто нельзя меня оставить в покое? Лиза, я знаю, что вам сейчас плохо. Мне просто замечательно. Я мечтала стать мамой, моя мама мечтала стать бабушкой. Я уже второй день на седьмом небе от счастья, вы не заметили? Нет, Лиза. Я не заметила. Очень жаль. Вы позвольте, я пойду. Дура. Ты мне деньги предлагал вчера. Давай. Лиз, ты же говорила... Давай. Ты же их не потратил? Нет. Может быть, не надо? Давай. Молодец, Вань. В сложившейся ситуации ты принял единственно правильное решение. Чего хотела? Ничего особенного. Может быть, в кино сходим, Лен? В кино? Ты меня приглашаешь? Да. Не одному же идти. Да-да. Борис Максимович, вызывали? Да, Аня, проходи. Извини. Скажи, пожалуйста, ты в курсе того, что происходит в вашем классе? А что происходит? Вы про Германию? Нет, я не про Германию. Я про Лизу не устроил. Ой, а что с ней? Аня, если я не ошибаюсь, вы ведь староста в этом классе.
И хорошо бы, чтобы вы были в курсе того, что в этом классе происходит. Они только занимались составлением подметных писем в разные комитеты. Извините, Борис. Проехали. Лиза Неустроева находится в очень непростом положении. Она в положении. Понимаете? Понимаю. И что она собирается делать? Вот это как раз я и хотел бы знать. А-а-а! Я хотел бы, чтобы вы держали меня в курсе всяких этих событий. Хорошо? Замечательно. И, пожалуйста, будьте как-то поделикатнее. Дело касается вашей одноклассницы, и тема такая щепетильная. Хорошо? Буду деликатнее. Замечательно. Все, удачи. Могу идти? Да. Спасибо. Ежу понятно, что чиж отец. Да, нелегко ему сейчас. А чего это ему нелегко-то? Заботин, ты с Луны свалился или откуда? Ты вообще в курсе, что происходит? Я? Я в курсе, что происходит. А ему-то что? Не он же ребенка ждет. Ну, в общем, да, есть логика в твоих словах. А вот не устраивай, надо помочь. Только как? Пойдем давай. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Фильм классный. Мне очень понравилось. Очень вкусное мороженое. Вань. Что? Очень вкусное мороженое. Да. Попробуй. Я не хочу, спасибо. Ваня, о чем ты думаешь? О тебе. Правда? Нет, вру. А о чем тогда? Да так, ничего особенного. Ну, Вань, ну скажи, я никому не скажу. Я отдал Лизе деньги на аборт. Какой аборт? Ваня, а отец Чижов, да? Не уверен. Мама сказала, что мне рано иметь детей. Надо учиться, поступать в университет. И все такое. Подожди, Вань. Плевать, что говорит мама. Если ты сказал А, то ты должен говорить Б. Ты же взрослый человек, или как? Я вообще не понимаю, почему ты тут сидишь и ешь со мной мороженое. Я бы на твоем месте побежала бы за Лизой, и я остановила ее, иначе произойдет то, о чем ты, Вань, будешь очень долго жалеть. Да, Березкин. Если будет девочка, Леной назовите. Ваш счет. Ой. Здрасте, Ольга Николаевна. Я бы хотел поговорить с Лизой. А ее нет. Как нет? А где она? Не знаю. После школы она не вернулась. На звонки она не отвечает. Я не знаю, где Лиза. Понятно.
Простите, Ольга Николаевна, мне нужно бежать. Погоди. Да. Если бы не моя дочь, то я бы подала на тебя в суд и засадила тебя за решетку. Понял? А Лиза против? Ну, зная Лизу, думаю, что да. И еще. Даже тогда, когда ты таскал ее по ночным клубам, а она возвращалась домой в 6 часов утра, я думала о тебе очень плохо, но я даже тогда не могла подумать, какой ты законченный мерзавец. Я все исправлю, Ольга Николаевна. Мы будем жить вместе, одной большой семьей. Вернее, как большая семья, извините. Что? Жаль. Не звонила? Нет. Чаю? Да-да-да. Не откажусь. Полисов! Я знаю, кто ты. Кто же? Ты циклон. В смысле циклоп? Не-не-не-не-не. Ты про мое перекошенное лицо? Нет, я не про циклопа, я говорю циклон. Это такое природное явление. Вот оно приходит с запада и всякую гадость с собой приносит. Ну, прям как ты. Ну, знаешь, там всякие ветер порывистый, там осадки. А самое, самое ужасное, что приносит с собой циклон, это ураганный ветер. И тогда уровень воды в небе повышается, и она затопляет подвалы Эрмитажа. Это ты сейчас к чему? Это я к тому пользу, что ты и есть этот самый циклон. Вот скажи мне, ну вот зачем? Вот ты приперся сюда, в Россию, и вот столько гадостей с собой притащил. Зачем, а? Я не хотел. Угу. А как мне теперь с Лизкой-то быть, а? Как? А? Никак, Чижов. В смысле? В прямом. Я собираюсь сделать Лизе предложение. Я хочу воспитывать своего ребенка. Польсов, а ты, по-моему, несовершеннолетний, и Лиза тоже. Плевать. Есть статья, которая предусматривает особые обстоятельства. У меня как раз-таки особые обстоятельства. А Лизка-то? Лиза согласна? Не знаю, я еще с ней не разговаривал, но я ее уговорю. Я уговорю. Иди отсюда, Полисов. Что? Иди отсюда, я тебя очень прошу. Полисов, выйди, пока я тебе не вдарил, а? Да, да, да. Я волновалась, ты где был? Все нормально? Да? Да, все нормально. Ой, Ванька, ты деньги девочке отдал? Лизе. Ее зовут Лиза. Это можно запомнить. Да, конечно, извини, пожалуйста. Ты Лизе деньги отдал? Отдал. Только вот теперь не знаю, как их забрать. Ваня, не надо забирать. Я еще дам, нужно? Да не нужны мне деньги, мам. Я вообще не хочу, чтобы Лиза делала этот аборт. Ваня, мы с тобой обо всем договорились. Ты еще молод, тебе этого не надо. Да ты понимаешь, мам, что я люблю Лизу. Я понимаю. Может быть, так же, как 10 лет назад ты любила моего отца. Я и сейчас его люблю. Да какая разница? Благодаря тебе, мам, я чуть не сделал самую большую ошибку в своей жизни. А может, и сделал. А я не знаю.
Потому что Лиза не берет телефон. Ваня, самую большую ошибку в своей жизни ты сделал тогда, когда ты... Мам, что есть, то есть. Оставь меня, пожалуйста, одного. Почему? Потому что. Вань. Оставь, пожалуйста, меня одного. Все свои проблемы решай, пожалуйста, с отцом, хорошо? Хорошо. Итак, третья добавленная минута. И судья назначает пенальти в ворота Люськи. Итак, кто? Люська или Чиж? Чиж или Люська? Гол. Люська, ты опять не держишь правый угол. Я вот так вот вообще думаю. А может, в этом нет ничего страшного, а? У Полесова отличный отец, миллионер. На детях гениев природы отдыхает, на внуках нет. Поэтому, может, он купит мне дом с джакузи, а? Тебе новый аквариум, Люська. Я вот тоже не знаю. Привет. Лен, можно тебя? Пожалуйста. Ань, давай пойдем. Нет, нет, можно ли? Я даже не знаю, как тебе сказать. Ань, только говори быстрее, пожалуйста, холодно. Да-да, извини. Просто это кажется, наверное, не так, но это так. Ну? Вообще, я не знаю, какой черт меня дернул, конечно. Аня, мне холодно, говори быстрее. Лиза Неустроева не беременна. Что? Лиза Неустроева не в положении. Откуда ты знаешь, Аня? Помнишь, когда мы всем классом пошли в поликлинику? Тогда Лизу хотели отправить в Германию. Ну? Ну так вот, я зашла в кабинет врача, а врач вышел. Я посмотрела на стол, а там все наши истории болезни. Лиза Неустроева лежала наверху, история. А потом все как в тумане, Лен, понимаешь? Я поняла, что это мой последний шанс поехать в Германию. Ну, я и дописала. Пыталась попасть в почерк врача. Получилось. Ну, как видишь. Понимаешь, я не знала, что так все получится. Ну, я, конечно, надеялась, что Лизу не возьмут, но... Ну, я что-то не подумала, что будет дальше. А что ты ко мне пришла, Вань? Лен, я в растерянности. Лиза ходит в школу как затравленная. Ваня тоже как затравленный. Чиж вообще не ходит в школу. И Борман еще... Попросил меня узнать, как у нее дела. Ань, так может, ты во всем признаешься? Чего теперь-то? Ага. Чтобы мне этой Германии как своих ушей. Лен, я очень хочу поехать. Понимаешь, ну я очень хочу поехать. Лен, ну посоветуй что-нибудь, пожалуйста. Даже не знаю. Хотя... Что? Значит, Полесов может чувствовать себя спокойно. У него нет никаких обязательств, это просто замечательно. Подожди, я что-то не улавливаю. Так, Аня, иди домой и ложись спать, я сама разберусь. Как? Неважно как. Главное, никому ничего не говори, окей? Окей. Ну, как ты? Плохо, мам. Как себя чувствуешь? Очень плохо. Ага, я представляю. Ну, конечно. Где была? Заходил этот подонок. Который? Полесов. Его отправила подальше. А он? Сказал, будем жить одной семьей. Понятно. Ну, ладно. Ничего, Лизок, все образуется, все будет нормально. Мам, выключи свет, пожалуйста. Я попробую уснуть. Так хочется, чтобы этот день скорее закончился. Хорошо. Спи, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ходатай? Доброе утро. Доброе утро. Извини, на минуточку. Что с Лизой Неустроевой? Я не знаю.
Как этого не знаете? Я же вас спросил. Я понимаю, просто вчера она так быстро убежала, что я даже не успела ей слова сказать. Аня, сейчас 21 век на дворе. Я уверен, что у Лизы есть мобильный телефон. И домашний тоже. Я знаю. И? Я не позвонила. Не подумала просто. Понимаю. Ладно, ну а сегодня? А сегодня уроки еще не начались, я ее не видела. Хорошо. Пожалуйста, в течение первого урока все разузнайте и доложите мне. Договорились? Хорошо. Я надеюсь, это не очень сложно. Я думаю, что справлюсь, Борис Максимович. Тогда жду вас на следующей перемене. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Как дела? Я не смогла. Что не смогла? Вчера я приняла правильное решение. Взяла денег у Полисова и пошла в поликлинику. Как я зашла в кабинет, так у меня сразу все отрубило. Я так испугалась. Не могу и все. И убежала. И что теперь будешь делать? Не знаю. Ничего не знаю. Понятно. Лиза, я должна тебе признаться. В общем, то, что я тебе сейчас скажу, это останется между нами. Я тебя об этом прошу очень. Я тебя слушаю. Анюта, оставь, пожалуйста, Лизочку нам. Пожалуйста. Ребят, мы разговариваем. Я тебя очень прошу, пожалуйста, оставь. Это очень важно. Спасибо тебе огромное. Ну как ты? Плохо? Ну ничего, сейчас будет все хорошо, потому что мы с Парасолькой уже все придумали. Что вы придумали? Во-первых, Лизка, мы будем тебе помогать гулять с твоим ребенком. Я по четвергам, вторникам и субботам, а Парасолька понедельник, среда, пятница, воскресенье твоя, Лизка. Да. А у моего старшего брата коляска есть. У них ребятенок-то уже вырос. Так я для тебя возьму. О кормежке можешь не беспокоиться, Лизка. Мы с Мишкой где-нибудь подработаем и сумеем обеспечить твою семью сбалансированным питанием. Обеспечим. Кроме того, в три годика мы уже будем устраивать твоего ребеночка в какую-нибудь секцию. Ну... Ты сама выберешь какую. Фигурное катание, гимнастика, нанайские шашки, бассейн. Саня, пошли на урок. Я еще не закончил. 6 лет, можно уже будет думать о том, чтобы его устроить в музыкальную школу или, допустим, в школу с углубленным изучением английского языка. Все, а? Сашка, пошли. Короче, Лизка, забей ты на чижа, а? Мы с тобой. Саня, пошли на урок. Здорово, Чиж. А чё это тебя так давно не было? Ну, я пойду, да? Привет, Чиж. Как дела? Замечательно. Слушай, Лизка, в общем, мы с Люськой так посоветовались и решили. Ну, вернее, она решала, я соглашался по большей части. В общем, что бы ты ни решила, Лиз, знай, пожалуйста, что я с тобой. Как-то так. Спасибо. Не за что. Ты извини, пожалуйста, что я так долго, и просто меня, наверное, можно понять, даже скорее всего, меня можно понять. И... Ну что, пойдем поучимся, а? Пойдем. Пойдем. А то уже учителя, наверное, забыли, как я выгляжу. Пойдем. Пойдем. Привет. Привет. А что ты на уроки опаздываешь? На процедурах был.
Ты-то что не учишься? Тебя жду. Зачем? Сказать хочу. Давай потом. Сейчас. Потом. Сейчас. Потом. Лиза, не устрой, вы не беременна. О чем ты думаешь, скажи? Опять задачка не решается. Как теорема наша жизнь. И не всегда мечты сбываются. Мечты сбываются. И в мокрых пятнах чистый лист. Сдана тетрадь, урок закончился. Но уходя,